Руси влажно. Пожелтевшие листы. Влага распространяется по Беларуси. Здравствуйте, меня зовут Стас, и мы едем в Поставы. Пойдемте. Значит, вот, это, значит, наши велики, которые малость ***лись. Пройдемте дальше, в следующем. Ну, сюда мы заходить не будем, это вот вагон 305. В тамбуре курить, напомню, запрещено. Мы должны как-то поднять. Не надо. Меня не надо снимать. Ее не надо снимать. Ну, не надо, понимаешь, ее снимать. Ну, во-первых, удобная аэродинамика, так, очень аэродинамичная, примерно на 26, это как раз средний размер. Мы вставляем между ног, так, одной рукой поддержим вот здесь вот. Мы заметили на участке растения. Растущее растение, похожее на дурь. И ты сейчас хочешь пойти и сорвать. Петрович, я заблудился, не туда поехал, прикинь. Заехал на заправку и с разворота, короче, в сторону Далга впился. Поехал. Нет, нету там пива, только прохладительные напитки. Ты меня снимаешь? Как неприлично. Как неприлично снимать меня так рано утром. Я еще ни одного беляша не съел, Петя. Вот это эйфория, чувак, смотри. Это бомба. Это был большой бет, мы даже не допили. Классический лимонад. Попробуем. Классический лимонад. Вчера так долго снимали этот клип, а потом оказалось, что ты не нажал на кнопку запись видео. Мы ждем перемен в нашей Беларуси. Мы хотим сильную, процветающую страну. Да ладно, я шучу. Мне на самом деле ничего не надо, только бы у соседа собака сдохла. Сколько вам останется спать? 4 часа, 12 минут. Так а во сколько остается? Больше всего в своей жизни я люблю это агроскафанг. Обмерковываем перший подел Российской Федерации. Молодчик, у вас очень сильно запотел объектив. Ты чё, я же проснулся с вами, какой пармур. Подумался, с вами проснулся. Молодчик, мне кажется, у вас объектив потный. Ну все, я тяну, короче. О. Давайте спать, Петя. Вырубай свет. Петя, реально, спать. Вырубай. Такое, что было там, оно не повторяется.